Панамское досье стало одной из главных тем пресс-конференции, прошедшей в Берлине во вторник, где на вопросы журналистов отвечали руководители основных финансовых организаций, среди которых глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Кристин Лагард отметила, что реформы, необходимые для обеспечения прозрачности финансовых операций, уже осуществляются. Начало этой работе было положено, полагаю, в 2010 или 2011 году, когда, кстати, в Большой Двадцатке председательствовала Франция. Но эта работа пока не завершена. До завершения еще далеко, и сделать предстоит больше, чем сделано. Необходимо постоянно предпринимать новые действия, потому что у некоторых фантазия не знает пределов. В связи с публикацией документов панамской Mossack Fonseca, одной из крупнейших в мире офшорных юридических фирм, в ряде стран инициировано расследование. В частности, Генпрокуратура России объявила, что проверит информацию о российских гражданах, чьи имена фигурируют в документах.